Написал я весьма странным образом. Есть дом актера. И было 80-летие дома актера. И меня пригласили попеть какие-то чужие песни, поучаствовать в этом празднике. Первый ряд. Сидит Ширвинд, Вера Васильева. Это было так трогательно. И написалась вот такая песенка. Ну, конечно же, про себя. Ну и про вас. Я сделан из старых ненужных вещей. Винила на 78, из порванных струн и разбитых идей, из песен про лето и осень, из писем подруг, из газетных статей, стремительных встреч и прощаний, полетов, падений, привычных услуг и данных пустых обещаний. Я сделан из неба цветов и любви, из ночи и дня без обмана, из длинных дорог, из воды и земли, из холода и из тумана. Я соткан из дыма и верных друзей, из разных сомнений и истин, из горя и радости, света и тени, а может, из чьей-нибудь мысли. Я сделан из старых забытых вещей, оставленных кем-то на входе. Я сделан из очень хороших людей, и мне это очень подходит. И мне это очень подходит. И мне это очень подходит. Кусочек такой для себя. Спасибо.